Всем привет, ребята. Ну что, вот обновился сервак. Сейчас попробуем зайти. Доступен, недоступен. Посмотрим. Это мега эпическая обнова. Первая обнова, в которой не добавили нового героя. Да, мы сейчас будем делать обзор на имбу, непонятно на какую. В общем, что-то там подобавляли. Это, наверное, та обнова, которую все ждали, что ничего не добавится, но что-то изменится. Сейчас мы посмотрим, что же у нас поменяли. Так, окей. Написано, добавили новые подземочки. Ебой, добавили. Ребят, восьмая кошмарка открыта, доступна. Поехали, сразу же посмотрим, что тут и как. О, да. Это интересно будет. Блядь, это, посмотрите, что здесь делается. Ну да, вот это будет интересно проходить. Я вам скажу, лазуликсы, все дела, ну а почему бы и нет? Всех моих героев нафиг ушатали. Не знаю, сколько тут жизни в этих, но посмотрите, что здесь делает. Сколько стрелков! Что тут можно сделать? Тут только надо железную волю использовать, судя по всему. Это просто Unreal. Посмотрите, какая орда. Это просто жесть, ребят. Ну, будем проходить, будет весело, думаю. Так, давайте пройдемся по пунктам, что у нас там добавили. В общем, новая кошмарка, отлично. Это просто будет жесть, и, думаю, будет интересно ее проходить. Так. Так. Непонятно еще, что у нас тут добавили. Нового героя нет. Это радует. Сейчас мы это проверим. А нет, 80. А, ну это у меня Розалинды нет. Все, из-за этого они два героя в предыдущей версии нам добавили. Красавчики. Вот это реально плюс. Мне нравится это. Если вам нравится, тоже лепите лайк, что не добавляют нового героя. Дальше. Оптимизирована работа вылета в избытвы. Древние испытания, предел бонуса. Давайте посмотрим. Посмотрим на этот трешачок. Что тут у нас добавили? Древние. Не знаю, у меня тут и 45-е не пройдены. Я не знаю, тут добавили, не добавили. Я забил. Болт. Не, 45 таки осталось. Но что-то поменяли в плане силы или усиления дали. Непонятно. Сейчас мы попробуем. А, вот оно, показатели добавили, наверное, это имелось в виду. Сбоку вот прохождение. Сколько ты получишь итемов за прохождение, насколько я понял. То есть получается так. Больше я ничего здесь не вижу нового. Ладно, поехали дальше. Увеличенное количество испытаний не может быть использовано для покупки бонуса атаки. Непонятно. Оптимизировано отображение награды за сундук с сокровищами и героями. Давайте что-то откроем. Непонятно, в общем. В общем, здесь очень много непонятного. Будем разбираться. Давайте дальше смотрим. Настройка эффектов героев. Неужели они услышали меня? Настройка эффектов героев. Не знаю, что это означает. Но я пока, честно говоря, ничего не вижу интересного. Такс. Так. Радует то, что не надо будет 1000 видосов пилить вам с разными героями, прокачками. Будем проходить подземки. Так. Не знаю, не вижу. Не вижу изменений. Где мой алтарь? Может, здесь что-то добавилось? Не, все то же самое. Хм.
Может, за бету ее наконец-то сделали? Непонятно, в общем. Сердечко здесь избранное. Ну, я не знаю, ребят. Не вижу я изменений. Может, где-то увижу, потом расскажу. Так, это что у нас? А у нас башенки, скины. Это я нифига не вижу, честно говоря. Добавили места, это радует. Это однозначно плюс. В общем, ребят, это самая крутая обнова, как по мне, с того, что было. Сделали ни хрена, как обычно, но и радует, что не добавили нового героя. Вот это самая топовая обнова, и такие обновы должны быть почаще, а не выпускать там мега кучу разных талантов, кучу героев, блин. Нафиг их столько надо, тут это не успеваешь прокачать. Я донатный не успеваю все сделать, то без донатов тем более не могут ничего сделать. Так. Повышен лимит кристаллов. 50 миллионов. Красавчики. Когда они еще, блин, увеличат склад? Скоро будет перелимит. И все, и больше ничего. Как-то странно. Очень странно. Давайте еще что-то поищем. Ну, не знаю, маловато. Как по мне, очень мало. Так, это то, что я не использую. Ну, блин, ничего нет. Так, тут 3 дня осталось. Я не знаю, где они какую оптимизацию сделали. В общем, ребят, самого полезного у нас это вышли кошмарки новые. Все. Эмблема вылетает. Предел бонуса атаки при покупке. Скорее всего, испытание смотрителя будет. Там что-то будет, но его сегодня нет, оно закрыто уже. Настройка эффектов героев. Ну что это? Что это может быть? Давайте поищем, может где-то здесь. Настройка эффектов. Не знаю. На таблетке тоже ничего не поменялось. Настройка эффектов героев. Ну что это может быть? Кнопочек никаких новых нет. Прорывы как были, так и есть. Фиг его знает, вот честно скажу, не знаю даже. Может, запоминает в забытой? Давайте в задашку сходим. Разберемся, может, тут запоминалку поставили наконец-то. На арене ничего нету. Фиг его знает. В общем, кто найдет, пишите в комментах. Так, давайте тут попробуем. Создадим. Так. Вот у меня с патчбоксом. Сохранить. Сейчас мы снимем патчбокса. Ну, я думаю, вряд ли. Не, видите, ничего не поменялось. В забытой тоже ничего не изменилось. Что, блин, они добавили? Фиг его знает. Ну, самое главное, ребят, что у нас есть подземки, и это будет просто эпически. Я не знаю, будем пробовать. Я думаю, это просто жесть. Без доната тут уже явно ловить нехрен. Донату тут надо железная воля однозначно. Без железной воли, как видите, просто жопа полная. Забор энергии и все. Асуры, блин, ну, аут просто. Посмотрите, сколько еще какие-то демоны, блин, с автопроком причем. В общем, вот так вот. Как по мне, это самая эпическая обнова. Добавлены наконец-то нормальная локация, в которой можно будет потрешивать, поубиваться. И ни хрена не добавлено нового остального, что не повлияло никак на игру, не изменено.
В общем, жмите лайки, ждите уже обзор подземок. Всем удачи, всем пока.